Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха». Thank you.
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть... Thank you.
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть... Thank you.
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
зенитного ракетного полка, воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных...
ядерных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса «Ярс» позволяют в короткие сроки скрыть... Зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Честно? Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оравляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но... Проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных...
ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса «Ярс» позволяют в короткие сроки скрыть... Зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, проходит механизированная колонна, оглавляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».
Честно? Техника ракетных войск и артиллерии, вооруженных... Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрыть...
Знаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических сил и противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, проходит механизированная колонна, оравляет колонну подполковник Максим Равнов для боевых, разведывательных и контртеррористических задач. 5. С боевым модулем «Эпоха».